Бывший офис Демпартии – ядро преступной организации. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры для прессы. В ходе вчерашних обысков в штаб-квартире изъяты документы и компьютеры. Также был задержан глава IT-отдела ДПМ. Его подозревают в активном участии в деятельности криминальной группировки, возглавляемой беглым олигархом Владом Плохотнюком. Обыски прошли также дома, в машине задержанного и складских помещениях. Согласно прокуратуре, следственные мероприятия провелись в связи с тем, что Кишиневский суд и апелляционная палата отклонили ходатайство прокуроров, которые выяснили, что из бывшего офиса ДПМ выносят документы, представляющие ценности для правоохранительных органов. Деятельность преступной группировки, возглавляемой Плохотнюком, одно из сложнейших расследуемых до сих пор дел, отмечает прокуратура. Именно поэтому она надеется, что все госучреждения, в том числе судебная система в лице ее отдельных представителей, будут, если не содействовать, то хотя бы не препятствовать на каждом шагу.